Не патриотичненько, в то время как компания массово обзаводится адресами в домене .рф, социальная сеть ВКонтакте объявила, что в течение месяца покинет доменную зону .ру и переедет на адрес .com. Об этом сообщил на своей странице создатель сервиса Павел Дуров. Сервис ВКонтакте.ру через месяц будет перенесен на vk.com. Логотипы бренда ВКонтакте сохранятся, написал сегодня Дуров, поясняя, что такой шаг вызван техническими характеристиками нового адреса. Ведь vk.com, этому в два раза короче, красивее, удобнее для набора с мобильных устройств, легче для иностранных пользователей, а также проще для разработки. Ну, в общем, сплошные плюсы. Сейчас сервис работает как на старом, так и на новом домене. А последние дни сеть ВКонтакте то и дело оказывается в эпицентре разного рода скандал. Ну, неделю назад объявили, что этой сети чуть ли не закрытие грозит из-за того, что с помощью ВКонтакте школьники мошенничают при сдаче ЕГЭ. Минувшую субботу шум наделала сама администрация социальной сети, изменив в одночасье правила приватности пользователям ресурса. Теперь запрещено полностью скрывать список своих друзей от посторонних глаз. Не более 15 человек, что несколько затрудняет возможность создания крупной и большой, да, группы пользователей, которые не желают быть обнаруженными. Ну, тут следует, вероятно, напомнить, что в Беларуси президент Лукашенко хочет закрыть сеть ВКонтакте, потому что спецслужбы подозревают, что именно с помощью этой сети граждане как раз избиваются в большие группы и устраивают акции протеста.